Строительство детского сада на улице маршала Жукова продолжается. Начав работы на участке в первых числах августа, сегодня строители вышли на один из базовых этапов. Около 70 тонн металлической арматуры разного диаметра, формирующий каркас высотой в 50 сантиметров. Почти 860 кубометров бетона, которые на площадку везут с двух заводов. Все это монолитная фундаментная плита. Именно на ней фактически и будет стоять новое здание. Причем теперь уже точно строители смогут продолжить свою работу при любых погодных условиях. Через 5 суток после набора прочности бетона могут приступать уже к сборному железобетону. Монтажу. В принципе, да, уже от погодных условий генподрядчик не зависит, даже в зависимости от дождь или минусовые температуры, сборный железобетон можно будет собирать уже и при отрицательных температурах монтировать. В целом же пока строители отстают от графика работ, который для удобства разделен на 30 этапов. Однако целям полностью подготовить новый детский сад к запуску в конце 2023 года, как это и предусмотрено контрактом, ни заказчик, ни подрядчик отказываться не намерены. В данный момент подрядчик имеет отставание от графика выполнения работ в примерный срок, это на 2 месяца отсрочки. Но в процессе работ, думаю, что сможем нагнать эти сроки. Для того, чтобы нагнать эти сроки, будут выполняться параллельность работ. Напомним, этот проект стал в текущем году единственным в Свердловской области, получившим средства на реализацию из федерального бюджета. Так что ответственность на руководстве и региона, и города очень высокая. Однако куда важнее обеспечить для всех малышей в Ирбите в возрасте от 1,5 лет возможность посещать дошкольные образовательные учреждения и сделать это как можно быстрее.